Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня я расскажу вам о правилах подготовки и смешивания костных и соединительно-тканных имплантатов при различных видах хирургических стоматологических манипуляций. Для замещения обширных дефектов в системе наших продуктов, аллогенных лиофилизированных материалов торговой марки Лиопласт, используется концепция Mix-Max, позволяющая достигать максимально возможного клинического эффекта. Во всех случаях костной пластики необходимыми компонентами будут капиллярная кровь пациента, губчатая аутокость, имеющая полипатентный пролифераторный потенциал, минеральный компонент костной ткани или аллогенный гидроксиапатит, деминерализованный порошок компактной кости, а также базовый материал, минерализованный порошок губчатой кости или минерализованный порошок кортикальной кости. А идеально их смесь в равном соотношении, чтобы между крупными частицами кортикального порошка располагались более мелкие частицы губчатого материала. Смешивание начинается, как и обычно, с размещения капиллярной крови пациента и добавление физиологического раствора в равном соотношении, для того, чтобы кровь быстро не свертывалась. Мы размещаем аутокость, исходя из соотношения 150-200 клеток на 1 кубический сантиметр. Это минимально необходимое количество клеток, которое при восстановлении сосудистого питания позволит образовывать новую костную ткань прямым методом на собственной поверхности. Следующим компонентом для смешивания является минеральный компонент костной ткани или аллогенный гидроксиапатит. Он представляет собой неорганическую фракцию костной ткани. Это мелкий порошок, однородный, достаточно гигроскопичный, поэтому всю свободную жидкую фазу первую он будет активно всасывать в течение 2-3 минут. Мы начинаем смешивать с минерального компонента, поскольку его используется минимальное количество, и он самый мелкий. Поэтому, исходя из правил смешивания, мы добавляем в капиллярную кровь с живыми клетками минеральный компонент костной ткани и смешиваем до однородной мутной массы. Следующим компонентом является деминерализованный порошок компактной кости. Деминерализованный порошок компактной кости используется как индуктор остеогенеза, поскольку содержит морфогенетические белки. И минеральный компонент, и деминерализованный порошок используются одна упаковка на операцию.
и работают в очень широких пределах в разведении от 1 к 3 до 1 к 10. В дальнейшем до конечного объема используется базовый материал – минерализованный порошок губчатой кости и минерализованный порошок компактной кости в равных соотношениях. Мы начинаем, исходя из правил смешивания, с более мелких частиц минерализованного порошка губчатой кости. Препараты смешиваются до однородной массы. При необходимости добавляется физиологический раствор Quantum Satis. Если у вас есть запас капиллярной крови, которая была собрана, то вы также можете ее добавить. Последним компонентом в концепции MixMax является минерализованный порошок компактной кости. Его частицы наиболее крупные, поэтому он добавляется в самую последнюю очередь. Полученный костный имплантат обычно приобретает хорошую форму и удобен в использовании при закрытии дефекта. Также можно воспользоваться плазмой, обогащенной тромбоцитами, для дополнительного придания формы нашему костному имплантату для закрытия дефекта.